Верхувитрина стояла на ремонте. Да, вот такая реклама будет. А где маркировка на этом балаке, допустим? Ну, это хозяйка, это не ко мне, пожалуйста. Я вот, смотрите, вот реализатор, вот, а хозяйка... Вы продаете, у вас вы обязаны, как бы, у вас должна быть санитарная фишка. И на товар. Есть, у меня есть, да. И вы должны, как бы, понимать, почему она у вас без. Та-та-та-та. Большой. Это каждый, кстати, покупатель может так делать. А я не возражаю. Ну, потому что мне некоторые не давали. Да, на флюорограмму прошли. Молодцы. Это я как-то иначе полюбил книжки. Вообще сейчас у всех корочки, вы знаете, да? Не, ну нам такие. Ну, оно все прошли в Березе, оно 6 месяцев. Да. Ну, вы, наверное, единственный, да, человек с, без фотографии? Ну, может, не просить, как фамилия, но... Я все понимаю, но тут должна быть фотография. А как нас с вас вот, идентифицировать? Вот это вы. Простите, фамилия. Это я.